Очень тяжелая игра. Как ваши ощущения, комментарии вообще по поводу игры? Честно говоря, я очень устал. Была очень классная игра. Сердце хлопает за Киев, и мы проиграли. Но мне вообще, как любитель флорбола, было интересно эту игру играть. И интересно, я думаю, тем, которые смотрели. А какие можно сделать выводы, вот, судя по этой игре, для вашей команды? Это большое достижение, что Киев вообще попал на плей-офф. Что мы вытянули на лучшую четверку. Играем против чемпионов Украины прошлого года. И у них индивидуальное мастерство на некоторых игроков выше, чем у нас. И они тоже команда, которая несколько лет формировалась, и это показалось здесь, особенно во втором тайме. У нас есть очень короткая цель. Это завтра победить бронзовую медаль. Мы завтра будем бороться на 100%, чтобы все-таки уехать с плей-оффа в Киеве с бронзовой медалью. И что могу сказать? Великолепная организация. Очень благодарен всем, которые это устроили. Очень классно.